Летние каникулы уже наступили, а значит гулять можно до самого вечера и не беспокоиться об уроках. Но вот вблизи дорог такие развлечения уже становятся опасными. Во время проведения акции «Внимание, дети!» сотрудники ГАИ усилили контроль. В фокусе инспекторов включенный ближний свет фар, скоростной режим и безопасная перевозка малышей. За время проведения специального комплекса мероприятий «Внимание, дети!» за неиспользование дневных ходовых огней либо ближнего света фар в светлое время суток при проведении СКМ было привлечено к административной ответственности 84 водителя. Яркий свет фар хорошо привлекает внимание детей. Это вроде бы понимают и водители. Но у каждого находится оправдание. Кто-то сетует на старый автомобиль, кто-то на собственную забывчивость. Среди прочих находится и тот, кого ловят уже второй раз. Штраф, напомним, до 87 рублей. Акция продлится до 5 июня. Как считаете, включенный свет фар поможет? Обязательно поможет. Я езжу всегда со светом. У меня просто перегорела одна лампочка. Я сейчас загоню машину в ремонт. Вы про акцию знали до этого? Да, знал. Просто с рынка выехал, поэтому забыл. Но больше нарушать не будете? Нет, конечно. Акция традиционно проходит два раза в год – в начале и конце школьных каникул. За 4 месяца этого года на территории Могилевской области дети стали участниками 12 аварий. Пострадали 14 ребят. Недавно в Бобруйском районе 28-летний водитель легковушки сбил 7-летнего велосипедиста. Ребенок не справился с управлением и упал на проезжую часть. Мальчик с травмами доставлен в реанимационное отделение больницы. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.